В Саранске стартовал 6-й ежегодный фестиваль молодых музыкантов «Посвящение». И посвящен он композитору Мордовии Сергею Цирханову. Более 300 участников исполнят его пьесы и будут соревноваться в игре на музыкальных инструментах, в сольном исполнении и в игре в ансамблях. На открытии конкурса молодых музыкантов побывала Наталья Макшаева. На открытии фестиваля первой номинацией стало фортепиано. В зале члены жюри и родители, которые пришли поддержать юных музыкантов. В этом году они исполняют произведения известного мордовского композитора Сергея Цирханова. Это фестиваль, который призван вспомнить творчество композитора, прежде всего его наследие, музыкальное наследие. И, конечно, привлечь молодых исполнителей, это детей музыкальных школ, школ искусств, студентов Саранского музыкального училища и других учебных заведений, кто занимается профессиональным музыкальным искусством. Возраст участников начинается с 5 лет и заканчивается 23 годами. Музыканты выступают в номинациях скрипка, виолончель, аккордеон, фортепиано и духовые инструменты. Вокалисты предстанут перед зрителем в сольном и хоровом исполнении. Для них это серьезное испытание способностей и навыков. Я знаю то, что я очень способна, и я могу, наверное, получить хоть какое-то место. Но не место, там дипломанты, лауреаты, наверное, что-то все-таки получу. Надеюсь, что я получу. Ну, я и так себя нормально рассчитываю на себя, то, что я смогу сделать. Главное, сосредоточиться. Участники исполняют по 2 произведения. Одно на выбор, а второе обязательно из работ Цирханова. Члены жюри оценивают темп и музыкальную грамотность исполнителей. После жесткого отбора в финал не пройдет и половины номеров. Кроме этого, всех финалистов и зрителей ждет сюрприз, секретничают члены жюри. На заключительном вечере фестиваля пройдет презентация сборника цикла «Острого детства». Это первый сборник из 6 в классе на переменке. Песни о школе. И хочется надеяться, что мы сумеем реализовать все задуманное по изданию произведений Сергея Яковлевича. Фестиваль «Посвящение» будет проходить в течение этой недели в музыкальном училище. Финальный гала-концерт из лучших номеров организаторы запланировали на ближайший понедельник. Наталья Макшаева, Александр Данилов. Наши новости.